Гаясики, ребята, смотрите, сегодня мы погружаемся в воду и будем на этом пузырьке пытаться выкарабкаться с этой водички. Так, вы слышите, как она журчит? Так, нужно все монетки не забыть собрать. Ой-ой-ой, сейчас утонем мы. Так, этот пузырек воздуха нас сегодня будет спасать. Так, тут еще, так, вот такие штучки. Ой-ой-ой-ой. Так, нет, нужно было... Пузырек, этот матрасик остался там. Утонули мы, ребятушки. Так, заново. А ну-ка, начнем. Так, сохранились и погнали вверх. Так, пузырек. Так, ну, монетки мы здесь собрали. Смотрите, это какие-то подводные заброшенные руины. И мы здесь сейчас с них поднимаемся куда-то наверх. Я не знаю, куда нас вытеснит, выкинет. Но надеюсь, это будет какое-то приятное место. Потому что вот эти вот скелетики разбросаны здесь повсюду. Ну, как-то выглядит не очень, знаете ли, хорошо и вообще позитивно. Так, ну а мы тем временем продвигаемся. Смотрите, тыквы, ребят. Что это за тыквы такие? Ой-ой-ой-ой. Так, тыквы надо уничтожить. Все. Грибной лес, что ли? Лианы, паутина. Да мы в каком-то... Смотрите, деревья какие-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, взорвется сейчас. Так. Ого. Вот это да, смотрите, как он рот раззевает. Забавно. Так, и что, нам вверх нужно теперь, да? Да, ребята, теперь нужно вверх подниматься. И там мы найдем себе... Опа, укрытие. Отлично. Ну, не укрытие, мы там найдем себе проход дальше. Ну, хорошо. Так, все монеты тут вроде как собрались. Да, хорошо. Секретных комнат вроде нигде нету. Так, давайте тут вот... Ой, монетка упала прям нам в карман. Так, и смотрите, ребят, смотрите, какое дерево хищное тут. Ну, правда ли оно замечательное? Так, собираем монеты. Главное, чтобы все собрали мы. А то тут их, видите, много, они раскиданы везде. Так, бац. И еще одна монеточка. Хорошо. И продвигаемся. О, огненные квадраты снова. Ай, они здесь, ребята. Ай-яй-яй-яй. Получайте квадратики огненатики. Хи-хи. И тут у нас еще 50 монеточек. Ну, хорошо. Ай-ай-ай-ай, летучая мышка. Получай. Хорошо, все, квадратик уничтожен. Смотрите, какое дерево, ребята! Оно такое страшное, смотрите, у него челочка зеленая и такая морда. Хищная скал имеет. Забавное дерево. Ну ладно, погнали дальше. Что это? И там еще тут все такие деревья, ребята. Все деревья это ожившие какие-то гиганты. Вот это да. Так, а там сверху, смотрите, что-то было. А ну-ка. Так. Вау! Вот это да! Как же нам вот это все разбить, слушайте. Опа. А, вот так вот нужно было просто подпрыгнуть и собирать монетки. Хорошо. А мы, кажись, эту нычку никогда не находили такого рода. Опа. Опа, и всего лишь нужно подпрыгнуть в то время, когда мы находимся на трамплине. И тогда вот так вот, оп, а ну-ка, как-то, как же мы это сделали? И тогда мы сможем, я так понимаю, выше подпрыгнуть или что? А ну-ка, так. Ну или просто... Нет, ну смотрите, если мы просто в воздухе подпрыгнем... А, ну да. Мы должны сразу внизу подпрыгнуть, то есть вот так вот. Давай. Ну, как-то... вот, да. Ну, в общем-то, то ли на двух трамплинах нужно оттолкнуться. Нет, это не имеет разницы. А ну-ка. Вот так. Ну ладно, в общем, понятно, что... Нужно отталкиваться. О, монетка в кустиках еще спряталась. Но мы ее не пропустили. Так. Нет, сколько же тут пчелок было. Нужно было их всех уничтожить, ребята. Опа. Ха-ха, нет, не получилось у нас. А еще этот тыква на нас нападает. Получай, иди сюда, тыква. На тебе. Хе-хе. Ну ладно, ладно. О, вот тут смотрите. Магнитик. Это нам на руку. Оп,
И смотрите, мы всех уничтожили всего-навсего с помощью... Опа. Так. О, сколько тут магнитиков. Вот это да. Ну, нам не получится всех прям юнитов уничтожить уже на карте, потому что мы, видите, нарушили здесь. В общем-то, пчелок не всех уничтожили. Но, честно говоря, даже и не знаю, как их уничтожить. Пчелки, они так непредсказуемо летают, поэтому, конечно... Да, тяжело, тяжело, ребята, ну ладно. Опа, здравствуйте. Ой-ой-ой, сколько квадратов там внизу, ребята. Ой, монеты нет. Ну, пойдем отнимать этих квадратов монеты. Так, так, есть. Куда-то туда спрыгнуть можно. А ну-ка. Так, дополнительно сердечко берем. Ну и тут больше ничего такого нету. Интересного. А ну-ка, получай, получай, на тебе, на. Так, ну что же, оп, оп, так, пчелок всех уничтожили, а лифт это обратно нас довезет. Подождите, а внизу мы как бы уже, получается, были, да? Мне просто интересно прыгнуть туда. А, ну, мы сюда же возвращаемся, я понял. Хорошо, опа, опа, вот, все. Ясненько, и там мы... Ой, а тут мы в водичку... О, смотрите, квадратик тут спрятался. Хе-хе. Так, утонули мы, правда. Ну ладно, а ну-ка давайте мы соберемся и погнали дальше. Так. Фух, камешек. А ну-ка толкаем его, и смотрите, он сейчас всех квадратов там уничтожит. Вот это классный камешек, ребята. Просто невероятный. Ах ты ж, паучок, на тебе, получай. Так, и еще две пчелки, но им камешек по барабану, поэтому их будем вот таким вот образом уничтожать. Так, так, есть, всех уничтожили. И тут все, смотрите, закрывается эта штука. Давайте последнего квадрата рогатого уничтожим. И сейчас тут что-то будет. О, похоже, здесь будет водичка, ребята, подниматься по вот этому, или нет? А, нет, не водичка, это просто матрас подложен нам тут. Так, опа, опа, давай, 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 джеков этих уничтожай, уху. Так, и туда они попадали, на, есть, хе-хе. Круто получилось у нас. Так, теперь ждем, пока тут все разобьется. Оп, оп, хе-хе. И там, смотрите, тоже куча джеков, опа, есть, и мы их тоже всех сейчас уничтожим. Давай, шарик, давай. Так, ну идем дальше. Ну, я надеюсь, мы хотя бы монетки все соберем на этом уровне, и будет уже очень круто. Так, сейчас проверим секретную комнату. Нет, тут нету. А с той стороны... А, нет, тут слишком тоненькое местечко. Так, тут запал к бомбе, взорвалось все, и, в общем-то, конец уровня, смотрим, ребята, монетки. Итак, монетки, монетки, да, одну пропустили, вот это да, секретных комнат здесь не было, но одну монетку пропустили, но одну не страшно, все равно это 3 звезды. Что ж, ребята, если вам понравилось это видео, то вы поставьте лайк и подпишитесь на канал, с вами был Флавиус, адиос, амигос.